Привет, мои дорогие вязальщицы! Вы на канале Пара Спиц, и с вами я, Тоня Февралева. Сегодня хочу вам показать вот такие вот нежные ажурные полосы, которые украшают лицевую гладь. Вязать их несложно, а выглядят они очень интересно. Прям вот классно, они эластичные, во все стороны тянутся, поэтому можно и для шапочки, и для каких-то элементов одежды, для рукава, для манжетов, для даже вместо резинки можно использовать. Будет очень симпатично смотреться. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте мне лайк и напишите хорошие, добрые слова в комментариях. Мне будет очень приятно. Ну или отправьте мне какой-нибудь смайлик. Итак, для этого узора нам потребуется 3 петли плюс 1 петля плюс 2 кромочные. То есть вам нужно набрать 3 петли, набрали нужное количество петель, в конце добавили 1 петельку один раз и 2 кромочные один раз. Вязать будем 6 рядов. Первый ряд, кромочная петля, все петли лицевые. Последняя петля кромочная. Второй ряд, кромочная петля, все петли изнаночные. Последняя петля кромочная. Третий ряд, кромочная петля, все петли снова лицевые. Последняя кромочная. Четвертый ряд, кромочная петля, все петли изнаночные. Последняя кромочная. Пятый ряд. Первая петля кромочная. Дальше 1 петля изнаночная. 2 петли снимаем, не провязывая нить перед работой. Вот так вот. Повторяем раппорт. 1 петля изнаночная. 2 петли снимаем, не провязывая нить перед работой. И так повторяем раппорт до конца ряда. Изнаночная петля, 2 петли сняли нить перед работой. Изнаночная, 2 петли сняли. Доходим до конца, у нас последняя петелька изнаночная и кромочная. И последний, шестой ряд, кромочная петля, 1 петля изнаночная, 2 петли лицевые. Повторяем раппорт снова, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Так вяжем до конца ряда, пока все петельки не закончатся. В конце у нас остается 1 петля для симметрии, 1 изнаночная и кромочная петля. Вот и все, получилась наша горизонтальная полосочка ажурная. Дальше повторяйте, если вам нужно, на необходимую высоту эти 6 рядов. И вот такую вот красоту интересную вы получите. С вами была Тоня Февралева. Спасибо, что были со мной до конца этого видео. Я вам шлю всем хорошее настроение, доброты и счастья. Всех люблю, целую, пока!